Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Эта компания разрабатывает подушку безопасности, которая будет охватывать все тело мотоциклиста. Если тот попадет в аварию, то подушки раскроются и превратят его в подобие человека-шавермы. Эту птичку называют манекеном. Она любит ходить лунной походкой, чтобы впечатлять дам. Этот парень, по сути, обуздал виртуальную реальность, установив камеру на машинку с дистанционным управлением. Муравьи невероятно умны и сильны, когда работают все вместе. Они даже могут соединяться вместе, чтобы плавать по воде. Еще они могут собраться в огромный шар, который ведет себя как резина, если его смять. Огромная проблема в пожертвовании обуви детям – то, что через несколько месяцев она уже может не подходить по размеру. Благотворительная организация разработала обувь, которая может подходить бедным детям в течение нескольких лет. Все благодаря возможности переключиться на 5 размеров от оригинального размера. Эта кошка играла с игрушкой, но та прилипла к лапе. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы поставите под ним лайк. А перевел, озвучил виски. Ага.